Сейчас мы опрашиваем номинантов. С нами Денис Лукин. Денис, вас на что номинировали? MVP? Лучший защитник. Да не, пока до MVP, пока не доросли. Не доросли, да? Слушай, результат. Результат команды. Результат. Ну, мы его ждали. Мы в начале лета, в принципе, на него нацелились, к нему шли. Весь кубок. Ну и пришли. Результат мы удовлетворены. А как, насколько тяжело? Когда понял, что Роснефть уже не догонит? На самом деле. Ну, сложно сказать. С самого начала? Не, мы всегда как бы были бдительны и ни из головы не убирали такой вариант, что Роснефть, ну, серьезная команда и может догнать. Поэтому до последних секунд как бы бились до победы. До победы. Так, а номинация по уму или были лучшие игроки, на твой взгляд? Ну, я считаю, спорно. Я думаю, вы додали, потому что как бы из команды победители, но я считаю, что неожиданно, для меня неожиданно было, на самом деле. Игроки есть и повыше уровня, так скажем. Слушай, да нет, ну я думаю, что не только из команды победителей, Клыкова же вы выбрали. Ну, или даже так. То есть, как бы, ребят много очень хороших. Ну, в целом, по уму. Ну, может быть, да. Результат сезона, как оцениваешь, тоже заняли первое место. Это как случайность или вот конкретика? Конкретика. У нас ставилась перед сезоном задача. Первое место, только первое место. И мы весь сезон шли, бились, росли по игре. И тоже в финале, я считаю, достойно выиграли. Усилили вас Мазур со Звоновым? Ну, это на период летнего кубка. Я считаю, они, ребята, неплохие, усилили очень серьезно. Они очень здорово помогли. Спасибо им за это. Без них тяжело это было бы. Думаю, да. Звон, да, вообще красавчик. Да не, Серегу тоже. Серегу там пару игр, 30-ку выдал, очень прилично. Ясно. Ладно, спасибо. Спасибо большое. Давай.